что, погнали некстовую. Не знаю, такая первая катка, разыгровка. ХЗ. По пику или по рукам, не знаю, судите сами. Делал, что мог. Тупо изи. Изи катка. 5 СМ-ка. Ненавижу. СМ-ка. Опять СМ-ка. Го, пофиг. Имбу не хочу брать. Ничего такого имбового не брату. Брать не буду. Темка прикольная. Ну, в лайнинге она даже... В лайнинге ЦМ-ка даже особо-то ничего не делал. Окей, гобан омников мусорных этих. Дефолтных омников бан. Что делать? Дефолтных омников. Да это его контент. Конечно, ему будут помогать. Сларки. 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 Так. Хускар. Хускариды повышенные. Гобан Хуска. Спикают. Так, лок по-любому нужен будет. Лок лока. Вро, я уже не помню. В райт. Сагеват. You want to play Tini? No, let's go. Let's go. Базару зеро. Пики. Чё у нас там? Чё саппорт? По ДСФ, а чё саппортит офигенно? Пара, я кунку забань. Кунка это жесть. Спектре, maybe. I'm go hard. На Сигне подушим сейчас на клоке. GG устроим. Я вообще под бару взял, типа. Под бару. SF в любом случае. Под SF это мусор. Клок. SF у ДБКБшки. Окей. Так. Кункубан. Спеку забанили. Спек банит. Нет. Во хард. Лайн. Что-то надо жесткое гангерс. Но от бары что-то надо еще. Чтобы не нафригалось. Так, бан, 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 бан. Что там еще можно? Зомби какого-нибудь убрать с пика. Так, падается, окей. Так, че берем, че берем? Ко нафиг ЕСа забаним? Химика. Ой, я мискликнул. Да ладно. Че у нас пика там? What pit? What you want? Choose, guys. Faster. А можно забанить миниору просто там снипер? А что там этот миниор, господи? Дальника одного берешь. Как лока.
Кенни идет. Oh yes, give me Mordred. Go Mordred. Go Mord. Я могу мид стать, а не факт. Стою. Пика. Пару. Yeah, yes. Тогда если... Если я мид... Хейл кого? Я ненавижу так цемки тем, что эти разбирательства постоянно. Это напряженная тема. Вивера. Вивер тоже контрится. Какой вивера? Возьмем, и сапа надо. У нас типа такой пик. Вивер четверку можно. Фулл сап. На фулл сап цемку. Не шейкер точно нет. Надо что-то на фулл сапа. Что-то полезное. Шейкер, да, хорошо зашел. Так спит. Есть у нас гиминейт, есть мартретка, есть под мартреткой за душем. Я бы, блин, на керри на самом деле сел. Я ненавижу цемки, потому что приходится брать любого героя, но керри вот просто давать кому-то статичному. Last pick. Must pick. Five positive. Yes, забанен. Ну, нам пятерка нужна. Так, они там Магнуса какого-нибудь могут взять. Минотавра, бан. Это бан, да? Магнуса, бан. Варцент, ганг, смок, and... What you want? Small game, guy, smoke and go, five. What on five position? Пик. Венга на пятерку не очень будет. Венге. Форсап. Не знаю, венгу возьмешь, они будут венгу юзать как, блин, как дефолтного керри. Он начнет керри кто-то сыграть. Кто там ласт пик, он молчит. Не знаю. Универсальное что-то. Но вообще самое универсальное это типа шаман. Шамана надо расконтривать. ОВД. Ватсап. Венге суп. А клоки тяжко будет сейчас. Клоки тяжко будет. Хорошо. Так, ну чё, дефолт берем. СЦВ. Чё там на клоке надо брать? С Лордара ластом. Это очень тяжело. Вон, блин, Бальтазар нормально пикает. Я вообще не ЦМки не люблю играть. У меня нет опыта ЦМок играть. Я всегда сидел в тройке, когда напикивали, пацаны. О, ну я так и знал, что типа, найс, сап. Типа, GG. Я так и знал, что венга будет брать керри-билд. Смело, лиф. Еще и на... Вижу, вижу. Он тут не один будет. Ну, Слардар фармить будет. Вивер, а чё? Я соло не пойду? Хэвел. Лол. Бара топ. Бери.
Лол, Мартретка низ со мной пошла. Это GG. Ой-ой-ой. Еще и сфидели. Кто там сфидил? Венга. Ну, Венга рак у нас, короче, тупо тотал будет. GG. Тупо конченый чел у нас. Короче, блин, что в прошлой ЦМ-ка, что с в этой Венгой, я не знаю. Это чисто какой-то рофл. Вообще тупо овер. Вот я таких анскиллов даже у себя не видел в подписчиках. У меня в подписчиках нет таких анскиллов. Я постоянно ребятам говорю, что делать, они делают, и все получается. Тупо я не знаю, это GG. Это GG. Это GG. Ну не знаю, типа 2-2 стоять это. Это GG. Это GG. Сапог подниму и надо гангать, роумать. Я тут не хочу с мартреткой стоять. Абсолютно без толку. Без толку. Будет стоять. У них еще атака такая мощная тут будет. Го-го-го. Ай, левел апнул. Разменивай. Ай, ластовый. А чё он прилетел? Нету у меня кнопок. Бре. Нету кнопок. Ну, найс, засуицидил. Засуицидил пацана нормально. Чтобы пофармить. Бля, обходит. Ай, не добил. Ну, нормально. Пойдет. Непривычно еще, что индикатора нету хитпоинтов. Монопоинтов. Ну, вот здесь, в смысле, монопоинты, а вот под героем нету. Мы пробежимся. Бальтазара плюс руна. Let's go. Четвертый левел, сапог есть, главное все. Остальное не надо ничего. Что ты там стоишь на тине? Выходи, души его. Руна. О, нет, отлично. Это хорошо. Он знает. Бальтазар. Привет. Как дела? Криса еще стилит. Ля, ну это соло мой фраг был. Тупо соло. Иди на базу. Ну, соло за сейв. Гона ботом дальше. Куры нету? Куры нету, походу. Пойдет, ганганули. Куры нет, вардов не будет. Классика. Эх, ишкири. Лови сосиска. Че он там качает? А, ну типа в Райсбенде там все дела будет. Типа такую тему делать. GG. Так, фейзы на клопе сделать, может, для стрейфа. Тут фейзы другие, кстати. Типа, может не делать, сделать ПТшку. По фейзы пофиг. 450-900, да, надо? Фейзы дороже стоят. Слабдар фрифармит. Бара не видно, тут бара. Сейчас еще накопим чуть-чуть. Малин будет. Тини вообще, конечно, тотал извращенец. Бара. Бара врежется сейчас. Хорошо. Эту штуку. Хорошо.
кидает, это ж, ёпта. Рощ. Рощ, господи. Да, бара лестница, не скоро, да? Отлично. Голодний, куфат надо. Куфат надо. Так, go SB. ДП-шку, C-шку. Так, есть кура, ну, наверное, апнем. СФа надо гангать. Бару мы закрываем, в принципе. Бару закрываем, нормалин. Хилочка, ТП-шечка, слардар сейчас оденется, он не будет такого чипалаху отвешивать. Типа GG тупо. Так, что там бара бегает, да? Хорошо, сейчас мы его задушим, он пойдет по Т-шку все равно. О, вот тут еще и пацаненок на этом. На этом пацаненок еще. Ну можно, можно тут. Вай, там СФ гоняет. 4. Сейчас ждем 6 левел. Фарма много очень. Акса я задушу. Акса задушу. Что ты кликаешь? Ты useless. У тебя ни хп, ни мп, ничего нету. Зря сюда я прилетел на самом деле. Хотя 6 апнуть. Подфармить. ПМ. Быстренько. Хорошо. Опа. Let's go. Ну ты... Ай, на аль. Блин, не забыть вот эту тему на аль. Сколько кдшка смотреть там. Хевич сапог. Ну Акс фастдагер сделает сейчас. ПСФ. Тазар немного прогулялся. Я на мид. Я буду дудосить его. Просто. Может, Тини ему проиграл мид. Тупо изи. Изи. Варды нужны, типа так. А он тут, он не отходит. Бара там на ПЦ весь, что стоит. От койлов главное отходить. От койлов. Сейчас армор взять. Хорошо. Отлично. Фрифармится, да? Угу. Гуманку. Армор идет. И надо на топ идти. Блин, вообще, там фрикилы просто ходят. На низу у нас фул оккупация. Так, реген, найс. Хорошо. Реген. СФ я, наверное, не задушу уже. Оу. ТП-шку. Баратрума душим. Здравствуйте, но венга застилит. На что спорим? Нет, не застилил. Ты сдохнешь тоже, братан. Ты тоже сдохнешь. Ой, я без маны остался. Господи. Господи. Ля, как нагло. Гоу ракету туда. Тини, конечно, трэшовый у нас тоже. Да откинь ты его, ля. Ракуал. У меня нету маны, чтобы душить его. Бальтазар его просто как девочку маленькую раскатил. Ты что, на меня бежишь, что ли? Оу, найс от нос. Я умер. Изи. Изи. Раз, два, три, С, М, Тэпа. Вот я так вот не знаю. You don't sub. Default. Ну чисто вот это глупый геймплей меня подбешивает. ТП-шку, найс. Барри сбили. Надо СФа погангать чуть-чуть. Ну там бара будет. Отпушивать. Изи.
БКБ сейчас сделает СФ, будет GG. Тупо. По колдауну. Тупо по КД. Ну, Мартретка фармит, у нее там пол фейзов. Не знаю. Подсейвливать стоять. Мне тоже фарм надо, как бы. Опа. Души. Хорош. Я не могу нажать. Максевич. Брат, я дал тебя. Хорош. Давай, давай. Хорош. Полбмчика имеется. У него там как обычно. Сколько у него там? Найс. Хорош. Я, кстати, мог его убить, мне кажется. Мне кажется, я мог его натянуть. Но он фармит просто фри, я его не гангаю вообще. Суета есть, смарт-рейдки там даем, себе даем. Варды. У нас нету сапа, сори. Сейчас он возьмет какой-нибудь дагер БКБ, это будет невесело. У нас тупо нету вардов, я не хочу варды тут ставить. Я умер тупо. Тинис арканой. Господи, столько спейса ему было. Почему ты аркану делаешь? Это GG. Ладно. Короче. Варды. Ставьте кто-то. Вивер там, да. Давай, Вивер, газу, чё стоишь? СФ от души. Да забей на этого Феникса, у него ульт есть. Господи. Я того родственник. Вот Фуску, это единственное, что он может написать. Типа, ну, лол. Сколько там? Третий левел, да? О, вон он. ОТП. Сюда. Сейчас низ тут будут душить. Да я до сих пор БМ не могу собрать. Какие же тут тайминги жесткие. Надо фармить. За файтинги тут вообще ни хрена не дается. Слардар сейчас там с амплификацией. Мама не горюй будет делать. С амплификацией будет. Мама не горюй. Мне до БМа чуть-чуть осталось. Это в инвизе, походу, мартретка светилась. 150. Мне БМ срочно нужен. Хорошо. Ластовый. Отлично. Там дерется, Феникса убивает. Да, найс, все, есть БМ, хотя бы смогу впитывать. Че, СФ, тупо дагер, давайте тупо хейтить. Что делать? Он просто мувается, что его типа не цепляют. Опача. Попробую забежать, главное. Ах ты, Криса. Я умер тут. Пойдет, это был килл. Пойдет. Пойдет. Пойдет, пойдет. СФ неожиданно на самом деле пришел, он был на топе. GG. Тини, дагер, где твой
с арканой бегает. Так, ну я топ-фрагер, этого достаточно. Надо что-то сейчас делать такое выживаемое. Ну, в принципе, дефолтного клока надо делать. Дефолтного клока, типа, знаете, через аганим. Блин, но тут проблема будет в том, что слардар очень много будет носить по мне. Come with me пишет. Куда come with me? О, Тини Дагер купил. Иди сюда, дорогой. Отлично, левел апнул. Гоу тпшку. Гоу смока. Финик. Хорошо. Давайте на рунус. Возможно, там бара побежит сейчас. Бара. Гоу. Гоу. Let's go. Сейчас мы покажем, что такое дота настоящий. Иди сюда, сладенький. Хорош, господи. Хорош, господи. Это уже интереснее. Ля ты. Я тут не отменяется так, как 85-й. Я бы сейчас все отменил. Жесть. Он хукшот мой сбил. А, СФ идет, типа, смысл. Мы тут бестолково ходим, нету хукшота. Ой, боже, как так-то, а? Ёпты. Это GG. Сейчас бара рестится, начнется беготня на меня. Чар, сейчас Б отсюда. Вы сейчас сдохнете там все, бара побежит. Он уже СФ бежит, там все бежит, там бара. Бару надо будет перекрыть сейчас. По мартретке хил на лицо. GG. Да, вон оно же. Вон оно есть, дело такое. Ого-го. Да, герой тупит. Сэф, он пошел. Да блин, отстаньте от меня, крипы. Ребята там дерутся, я тут с крипами воюю. Сэф туда тэпнется. Нафиг бегать бестолково. Фарм и мид пуш. Фарм и мид пуш и все. Let's go. Фарма, мид, пуш. Лотар можно, кстати, сделать. Лотар равно неуязвимость. Гоу сначала аганим, потом что-то непредсказуемое. Лотар. А, СФ пол БКБ уже имеет. А, мы не можем его поймать просто. Можно? Плиз, рекуру. Хорош. Отлично. Сефу урну можно дать, пожалуйста. Мартретка взорвется. Нету кнопок пока. Сеф раздает там каелами. Ладно, я ушел. Я гони могу быстро выформить. Блин, я не знаю, почему я просто не могу. СФ не подставляется вообще. Вот, драка постоянно начинается от того, что либо бара забегает, либо кто-то другой что-то делает. Под СФ, и СФ вообще не подставляется тупо. Он нормально позиционируется. Несмотря на начало, как я зашел туда. Сейчас я его поймать не могу вообще. Чувствуется. Напряжка. Сейчас уже БКБ будет, они начнут агрессировать. Венга у нас просто не игрок вообще. Тупо не игрок. Венга не игрок. Мартретка Маднес, но мартретки БКБ срочно надо.
Я гоним могу выфармить сейчас за это время. КСЛ БКБ фармит. Мартпетку убили, да? Почти аганим есть. Я тут не помогу. Венгейты. А венга конченая, жесть, просто мягко сказано. Блин, глиф никто не жмет. Го на базу, ставим. Одну дофармим потом. Один ингредиент. Лардара могу фокусить бару. Всех могу, но не нужно фармить. Я сейчас стою, просто бестолково фармлю. Лардар. Пошел туда. Просто бестолково фармлю. Так, вот сюда ракету примерно. Тут можно будет вытащить, если запотеть. А смарт-редка, мартредка, это серьезно. Давай, давай, давай. Есть, полетело. Мартредки. Мартредка Маднес, что ли? Ой, Маднес армлет собирает. Или что она собирает? И БКБ надо делать, уже задумываться. Фармливаем ракетой, я хуза. Они в пятером тут будут, типа. Тупо в пятером. О, найс, трипл килл. Отлично. СВБКП, да. GG. Крипиусы. А вы чё хотели? Опа, это Рошан. Будем в Рошана прыгать. Будем, там БКБшек нету. Будем прыгать. Но это суицид, конечно, будет. Да иди, блин. Подобрал. Нормально. Я умер тут. Да или нет? Опа, он его душит. У меня хил идет еще. Хорошо. Отлично. Не засал и подкатил, называется. Ой, апаю курьера своей команде на 23-й минуте. 83-й. Я люблю тебя. Не играйте в этот мусор, ребят. Я не знаю, на этот трэш. Господи. Я с магией, кстати, неплохо хапаю. Можно взять... А, тут 15%. 85-й, 20% амплификации. Ну, снижение, вернее. Дамаги. Так, ну нам нужно теперь что-то серьезное. Ребят. Линку даже, вплоть линки, там керасы, линки, башеры. О, тушить. СФ успел Аегу забрать, это угодно. Там я бару додушивал, не считаю, что... Считаю, что правильно сделал, бару додушил. Яша фармит. Венга. Тупо оно вот называется. Я не саппорт, я керри. Жесть. Бестолковка. Давайте Лотар next там. Ну блин, против Сларда Лотар, конечно. Не очень будет. На самом-то деле. Нам надо пушить. Я первый не буду прыгать, у меня нет эскейпа. Стану здесь, нормально будет. Опа, бар. Локи.
Ой, ББ. Что, сбивать собрались? Ой, ультраразумы. Три в два. Такое. СФ-а то, что нету, тут поэтому выиграли, Слардара нет. Слардар. Кстати. Дайте вижен на Слардара. СФ на низу. Хорошо. Хорошо. Река золота за, за фраги есть. Отлично. СФ АБКБ. На него прыгать вообще не ахти. С амплификацией вообще GG. Сплитит. Т2. GG. Так, 3800. Жаль, тут нету радики промаха. Радики промаха нет. Линку попробовать может сделать. И от Слардара будет хорошо. И жир, и монокосты повысим. Вернее, не повысим монокосты, а повысим регенерации. Это будет намного лучше. Уже нет. Жесть, какие же глупышки играют. Это люто. Слардар, я прогулял, что? Какое дело? А, если там будет драка, то типа ракетка в тему. Не убьет там Слардара с ракеты. Линка. Тоже сделать линку надо. Блин, или что-то в демедж. Типа я смогу... Вообще Тараска отлично зайдет. ПП у меня много будет. Смогу. О, крипи. Крипи, крипи, крипи. Ого. Собьешь ему? GG, нормалин. Тараску надо, наверное, ребят. Ну, венгу подставили, но забрали. Кто-то шел за мной. А, СФ шел. Окей. Так, 4К имеем. Ну, Тараску, наверное, ребят. Я буду просто к большим куском говна. Можно сделать радик и фармить. Слардара фармить. Я бы. О, сакрет возьмем. Я бы. О, попробуем. Почему нет? Через радик, радик, БКБ что-нибудь. Манту потом. Радик, манту. Радик, манту, поехала. Стики сейчас продадим, если что-то еще на миду подфармится, будет хорошо. Нет. Так. Пол через ТП. Пакеты убью с Лордара. Убил. Я далеко был. Хорошо. Почти. Портретка почти. Так, радик есть, го фармить их лес. Фармим лес, уплотняемся. Что у нас? Радик, Тараска, манта. Остается. Сделаем такой билд. Жаль, Актарина нет. У них очень сильный пик тем, что там Феникс ультует. Наказывает. Пара вард спалил. Фарм. Один крип. Серьезно?
Как бы карта та же, а... Тут вард стоит у них в лесу. У них вард в лесу. У них вард в лесу. Тут. Да. Оу, щит. На венгу все бедную. Там и БКБ, и все на свете. СФ там ульту. Не, ну туда лезть нельзя вообще, в принципе. Слишком много пацанов. Я типа могу вот так вот сделать. По escape. Что, меня задушить решили? Лола, они-то задушат такими темпами. Радик выключить. Ай, GG. Просто в наглую за бары побежали. Морта ТП надо. Убейте. Убейте. Да ну серьезно. Тини, брат, убивай. Ну давай. Ну что с вами? Венга второй дай, просвети. Тупо как крипы. А Тини с МХ, походу. Тини, походу, с МХ. Жесть, он как хорошо прыгает. Но я, кстати, не первый раз заметил, как он мувается. Ладно. Радик меня заруинил. БКБ бара делает. БКБ бара. Это плохо. Стартар, даггер. Цепани. Побежал. Опа, хороший свап. Молодец, Венга. Хоть первый раз что-то полезное сделал. Если бы еще забрали бару, отлично, продолжается. У нас должна мартерка блинковаться. Отлично, проблинкуется. И душится. Сейчас у СФ и БКБшки осядут. Начнем насиловать. Так, страшан нельзя отдавать. Мне нужна Тараска. Фармим Тараску, ребят. Тараска. Сюда. Так, конечно, Радиенс на этой карте не то что. 85-й. Ошибка была. Этот Радиенс ошибка, ребят. А 85-й можно было кайфануть. Пешка есть, главное, это пешку иметь. Ряд ты там один. Это ТП. Братец фигню сделал. Помогите ему, пожалуйста, го. Ракету. Молодцы. Разменивают. Ракету Бальтазару дал. Бегу, бегу, бегу. Да ладно. Лол. Прям между. Прям между, прикиньте. Ни туда, ни сюда. Я расстояние просто не почувствовал. Расстояние не почувствовал. Прикиньте, как мясано. Жестко. Ломаем. Есть возможность. Мне кажется, мартретка сильно сильно газанула. Сильно газанула. Хорошо. Хорошо. Го по лесу. Блин, ну по лесу опасно по их проходить. Потому что у них могут в лесу варды. Вара чардж до свидульки. Хорошо. Марита, давай, братан. Работай. Так, ну я под вардом.
Варда. Сейчас купим место. Вот так вот. Сколько? 3200, по-моему, стоит. Серчмит. Cool. Резче, отлично. Сюда. Под сейф. Ракетка. Бери, бери, бери вместо топора. Погнали. Я могу цепануть, в принципе. Хорошо. Гохуп на миллион. Эх, никого не было. Вот, и кто-то есть. Появился. Портретка загорелась. СФ на ТПшке. Кто-то есть. В инвизе, по-моему. Ходит. Все стороны пушатся, у нас это очень плохо. Я ракетам сейчас буду задолбливать. Бару то, что зацепили, абсолютно бестолковка получилось у нас, потому что... Потому что. Первым соберитесь. Что ты там? Я дефаю, у меня ракеты есть. Ждем его. Панта СФ. Сколько там стоит? 1200. Вот так сделаем. Отходим. Ребята ломают. Иллюзия. О, GG, я умер. А, на мне линка есть. А, нет, он. Я умер все равно. Надо было Егис мне брать. Но я отзонил двух героев, пока мои персонажи убивали. Пуш, 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 пуш. Деритесь. Ребят. Пуш. Пуш. Нормально, нормально. Пойдет. Все-таки керри делает свою роль. Пуш. Ну, фигней страдают, надо пушить. Зачем вы это делаете? Ой, мартретка с момом прыгнула. Господи. Вивер хоть молодец. Вивер молодец. А что делать? Загуливают, как дефолтные раки. Помните гайд на шамана? Вот гайди на шамана первая катка именно такая и была. Они загуливали постоянно, и мы насчет этого камбэкнули. Ребят, Тараска и Манта срочно нужна. Манта, чтобы амплификацию снимать. 6, но у меня есть почти Тараска. Это радует. Сейчас на низ тпшимся, подфармливаем, заходим. Еще радик потом можно будет продать. Жалко, что нельзя разбирать тут Радиенс. Шива, Ринка, Квилла, Блейд, Доминатор. Тут нельзя разбирать Радиенс, к сожалению. И это очень плохо. Я бы сделал бы Абиссал, я бы продал бы Сакрет Ресипи. Вот, ну, Ресипи просто продал бы и купил бы все, что мне нужно. Найс. Это плохо, я не пойду дальше. Найс, он мансанул. А тут не отменяются. Типа вот эти все кнопки, это GG. Бара на меня бежит. Бара на меня бежит. Тут эти кнопки не отменяются. Тупо им пофиг этим кнопкам. Газ. Вместо урны. Подомит. Хорошо.
Есть Тараска. Цеплять надо. О, найс, хоста. Это иллюзия. Это иллюзия, дураченский. Это видно сразу. Пол хп слетело. Вивер, гоу, брат, по низу. Его ракеты на топ по КД. Будем отпушать ракетами. По чуть. Байбека нету. Мне нужно драться с командой. Нельзя зонить, прыгать и СФ. В СФ вообще это прыгать смысла нету уже. БКБшку нажимает, ничего не нашел. Тупо ничего не наношу. Я буду ракетами откидывать. Танкуйте, понятное дело, танкуйте. Я буду танковать. Спиритов не ловить. Поймал и таки спиритов не ловить. И такой сразу же ловлю. Ну просто. Хорошо. Понял. А меня кинули типа отсюда. Понял. И не сразу ушел. О, GG. Тини соло просто плеет. Я не могу, мне амплификацию кидают, мне лицо на изи ломают. Это жесть. Походу один вивер молодец тут у нас. Вообще остальные вообще не, неадекватные мувы, лютые. Тупо лютые неадекватные мувы. У нас один вивер молодец. Вот рилим вивер молодец, и все, больше некого тут похвалить. Тини в свою игру играет. Мартретка прыгает. Ну, Мартретка могла пушить, она прыгает. Норм, брат. Мы с тобой. Остальное венга, которая собирает не саппорт артефакты, а собирает шлак и не ставит варды. Это GG. Так, СФ, 2800 HP. Надо по лесу пройти. Манта, ребят, нужно. Прям срочно. Прям срочно. Манта нужна. Манта. Эту манту я буду полгода ковырять. Если не убивать слардаров всяких. Я зря сейчас прыгнул туда, в эту кучу. Абсолютно. Так, гоу. В лес. Хорошо. Погнали. Нали, ковыряет он где делать. Это иллюзия, видно. Надеюсь, тут вардов нету в лесу, иначе я сфидил. Еще байбек надо, типа. Давайте оставлять байбек, фармить. И манта будет, будет намного легче. Я уже смогу намного больше мувов делать, нежели чем сейчас. Шо, пошла просто соло сфидила. Поей так комфорт. Ару, просто ару. Ладно. Как хорошо, что с Радика добил. Бежит добивать. Не попаду. В принципе, мы сейчас можем просто аккуратно выфармливать и... нормально все будет. У них там минус две стороны, по сути. Но они не сдадутся в любом случае. Я свою актуальность уже теряю. Мне нужны слоты, чтобы быть актуальным. Сколько урна стоит? 500, да? То есть 2000 это Яша одна. СФМКБ делает... плохо. Мы без вардов играем всю игру. Тупо насколько тяжело эту игру играть, вы понимаете? А, я понял, почему вардредка светится. Тут же с фейзами пак вонючий. Вот оно что. Поэтому она светится.
Вот почему она светится. Сейчас сдохнет на Тинича. Бара сейчас побежит, уже все. Кстати, если Бара побежит, гол. Не буду его добивать. Я опять умру, да? Пацаны, ну типа... Нет, пожалуйста, я там крипов не дофармил. Ай-яй-яй-яй-яй. Какой же тупизм. Вы лузанули эту игру, пацаны, походу. Вивер, что у тебя цены нету, что ли? Ты что? Просто какие же они мрази. Надо просто бросить было и все. Мартретка фармит у нас. Я в шоке просто. Они еще типа англоязычные, они тупо им начнешь что-то писать. Они игнорят просто, они не понимают ни хрена. Мартретка на топе. Жесть. Я не люблю поэтому играть не на коре. Вы сами видите, коры просто двигают непонятную игру. Вот Тини это кор в данной игре. Он ведет. Я тоже могу быть кором, но тут в такой игре нужно собраться в пятером и просто додушивать, и все. Сейчас Аегис еще дадут, сыр, Аег там, пацаны стоят, ждут. 3 на 5 выиграем. Да мы бы уже выиграли. Тини, вон, сыр юзает сразу же. Мартретки Аегу не дают. Гоу, урну в помойку. Урну в помойку, 2к имеем. Блин, можно вообще хекс сделать, типа вабан. Две 600. Имеем. Опять сейчас Тини тут повстрянет. Я вместе с ним ФФ. Пятером надо. Так, у меня 2к есть. Валатар тут не вариант, потому что там гемы носят от вивера. 1800 абисал, ты рофлишь? Какой 1500 абисал? Я тогда тоже фарм. А ну, рили. 2700. Это GG. Ну, сейчас так затянем игру. Сейчас так подзатянем. 3200. Я думаю, на самом деле, насчет манты сейчас делать ее все же или нет. Это будет очень хороший. Ну, SF просто догрызается, видите, я просто ухожу. У меня на самом деле недофарм лютейший. Хорошо, 3500 имею. Венга фармит. Ой, венга морд. А, ультимейты на базе, да? Хорошо. Ультимейт возьмем. Вообще, либо сейчас хекс можно будет сделать, либо что-то другое. С лордара когда БКБ? Он не делает БКБ. С лордар крип, жесть. Ща вон. Сфидят. 1000 абиссов. Фармим. Я, может, манту выформлю к этому времени. Тут мне тоже копейки остались, на самом деле. Хорошо. 1700 это 2к и еще копеечка небольшая. Копеечка. Хорошо. Да, сейчас походу выформлю. Почти. Wait.
Сейчас сдохнет на венге. Чем? Сюда. 600. Сколько там? 800, да, золота? Но это все кемпы лесные, плюс еще. По 50 минут просто вот этого какого-то непонятного. Так, манта почти есть. Жив. Теперь я фармлю, пацаны. Одна минута ек. Блин, мне 500 золота тупо не хватает, да? 700, блин, 100 золота. Ребята, не зашли. 100 золота. ОХГ. Может, я нанизу кого-то перекушу? О, венги там аегающие. Сюда сладенький. Зубару вообще золото не дали, вы видели? Нормально. Хорошо, не сломали. Вивер там гоняется. Ля, мужчина. Сейчас я как вот доту покажу хуком между крипов. И вивера зацепили. Сейчас манту, пацаны. Секунду. Хорошо. Отлично. У меня мана кончилась. Хорошо. Ой, GG. Нету кнопок. ХЗ, что вы делаете? Монетка. Манта имеется, видите, уже таргет сбился с эфа. Нормалин. Вивера одного там бедного. Тавра там нету. Хорошо. СФББ жал вроде, да? Я не уследил ни хрена за своими. За своими делами следил. Манта есть сейчас, манты намного легче будет. Он вообще СФ, если на миду поймать, он отдаст игру сейчас. Если умрет. Но не факт, что умрет. Если ракетой собью сейчас дагер таймингово. Хорошо. Пара когда рез? Пара резну. У меня байбека нету. Байбека нету, аккуратно надо. Армлет ей уже не нужен, сатаник бы какой-то. Сатаник? Сделать. Вместо помойки Маднес. Ай, как хорошо. Может, на байбек типа останется. Топ. Я буду подпушивать ракетами. Мид слардар без БКБ. Как я люблю слардаров без БКБ таких. АЕФ просто. Опа. Это G. Найс, и таргет сбил себя. Я могу умереть тут. Надо аккуратно вот сюда. Найс. Хорошо. Господи. Ломаете вы чё? Я их подкайтил нормально там. Эх, слардары бы. О. Мужчина. Извините, вы с Орифлейм или откуда? По-моему, вы не с Орифлейм. Манты мог закатить.
О, GG. Там Shadow Fiend. А маны не хватает по-лютому. Минус 3 у нас. Надо уходить тупо. Пойдет. Last барак. Так, travel. Go. Travel, go. Знаете, что сделаем? Где там курочка? Сейчас курочку откроем, возьмем варды. Сюда. Блейдмейл. О, нифига. Хорошо, деремся не на смерть, а не на бой, а на смерть. Душу. Ой, почти трипл. Пойдет. СФ только что нормально отдался. Заодно провардим. Найс, время вардить, да, нашел? Азиз. Иди игру закончи. Ты вардить идешь. Гоу-гоу-гоу. Сейв без ББК, да. Это GG. Найс, потно получилось. Не люблю, ребят, 83-я, она овер мусорная. Вообще люто бесит эта карта, потому что она очень старая, и она не, уже не интересная, не динамичная. 85-я намного динамичнее. Она прям виф-виф, вот такая вот. Странно, я свой ББК нажал. У него БКБ нет. Хорошо. GG. Good game. Good game. Ну, хз, ребят, потная катка. Не знаю, будет ли еще, но пока на этом. Вот такой вот на сигнатурном клоке сыграли вы с Бальтазара. Вроде получилось отвратительно. Тини и Венга сыграли, я не знаю. Но судить вам, друзья. Good game. Поехали next, если что. Ну, может, пойдем, может, нет.